Джамала. Два билета на концерт Монатика. Больше в жизни ничего не воровал. Ты начал пороть. Це кепський Санта. Правила такі. Кожен підготував по одному лайновому подарунку. На твоїх очах гість навмання дістає пакуван із загального мішка, у який інші учасники вже скинули свої сюрпризи. Зараз ти побачиш, чи зможе гість здогадатися, від кого цей святковий сувенір. Це кепський Санта. Всім привіт, мене звати Максим Сердюк. Отлічись, дурак! Главний редактор онлайн-журналу «Слух». Я прийшов в шоу «Кепський Санта», щоб пошарити з подарками. Каждый год перед Новым годом я воровал у мамы ювелирные украшения ее, чтобы 31 декабря, 12 часов ночи, она обнаружила свои сережки, цепочку, либо еще что-то, кольцо под елкой. Но при этом я больше в жизни ничего не воровал. Серьезно. Только у мамы. Па-па-па. Так, что тут у нас есть? Ух ты! Блин, у меня глаза разбегаются, если честно. Столько подарков. Ну давайте, вот я взял такой. Не, это карты 100%. Ну нафиг. Барабанная дробь. И у нас в мешке здесь. Лава-лампа. Да як я тут ай бомбельки заромбисте, тей! Знаете, поставить лава-лампу, вот это, зажечь палочки пахучки вот индийские и через дома сотреть сериальчики. Секс-символ всего мира просто. Кто бы это мог делать? Я думаю, что среди всех лава-лампа похожа сейчас на вот эту фотографию Арины Паш вместе с вот этим платком. Поэтому, и как раз кто бы еще мог такое подарить? Наверное, это подарила Арина Паш. А вы ответ правильно скажете? Ты готов? Да. Ты готов? Да. Это Джамал. А так как ты человек с отличным чувством юмора, я думаю, что найдешь применение и в один из романтических вечеров ты ее где-то включишь, зажжешь, и все будет классно. Я очень благодарен, что подарок получил именно от... Ее? А я, или на ты, или на вы обращаться? Или как вообще обращаться? Я не знаю, как у вас, как вы подаете. Джамала. Мне очень приятно, что подарок именно от тебя, и он вот такой. Смотрите, какая крутая. Она даже уже крутая. Мы тут все шутки шутим, дарим все друг другу подарки, но есть люди, есть дети, которым нужны подарки в Новый год. И именно поэтому я хочу передать подарок от себя для благотворительной акции «Тайный Санта». Можете найти здесь ссылочку где-то здесь. Давайте делать хорошие дела, давайте делать других счастливыми, и чтобы все у всех было хорошо. Держите. Внимание, конкурс. Мы с редакцией нашего журнала «Слух» и совместно с «Концерт.UA» хотим вам подарить два билета на концерт «Монатика» на НСК Олимпийском. Так, «Монатику». Так, «Монатику». Что для этого нужно? Поскольку мы пишем о музыке, нам интересно знать название ваших любимых новогодних треков. И тот человек, который назовет самый неожиданный новогодний трек, получит два билета на июньское шоу, когда будет тепленько, на концерт «Монатика» на Олимпийском. Слушайте хорошую музыку. Вау. Я решил, что я хочу подарить подарок, который реально будет ассоциироваться со мной. И поэтому держите. Не знаю, кто его вытащит, конечно. Не знаю.